Об этом дне знали заранее все. Место, время, количество билетов. Не знали самого главного, кто сыграет в нем. К ответу шли целых 9 месяцев. И вот он, финал Лиги чемпионов на ваших экранах. Добро пожаловать на самый лучший футбольный вечер этого сезона. С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич, а также лучший из лучших в клубном европейском футболе. Это Милан против Барселоны. И вот настал этот день, настал момент, который так ждали во всем мире, к которому так упорно шли 32 команды, но две хотели сыграть здесь больше других. Финал Лиги чемпионов, главный футбольный матч этого сезона на ваших экранах. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Барселоны в финале Лиги чемпионов давно никого не удивишь. И тем не менее, для футболистов каталонского клуба каждая финальная встреча – важнейший матч, а не просто шанс добавить очередной трофей в коллекцию. Барселона с первых минут выпустила на поле следующий состав. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Лео Месси с первых минут играет с Неймаром на флангах в полузащите. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Луис Суарес. Свисток, удар по мячу. Поехали! Финал Лиги чемпионов стартовал. Вот и настало время финального противостояния, в котором определится лучший клуб Европы на ближайший год. Команды приложили максимум усилий, чтобы оказаться сегодня здесь. И будем надеяться, игра нас не разочарует. Руй Кошта способен ярко проявить себя в этом матче. Соперники явно не рады видеть его на поле. Я бы на месте защиты уплотнил ряды, потому что этот игрок может в одиночку всех пройти и просто никого не заметить. Иньеста. Лионель Месси. Лионель Месси. Не торопятся штурмовать последний рубеж. Игроки ждут ошибки от соперников. Похоже, мы их сглазили. Владение на этом заканчивается. Хороший пас. Что тут получится? Не стал этот навес голевым. Иньеста. Луис Суарес. Неймар. Серхио Бускетс. Барселона идет вперед. Мяч снова у Суареса. Теряют они мяч. Кларенс Сейдорф. Играют они в пас. Какой-то, знаете, между собойчик. Здорово Пике на перехвате играет. Месси. Бускетс. Суарес. Иван Ракитич. Есть поддержка в этой атаке.
Серхио Бускетс. Барселона оставляет соперника без мяча. Хороший отрезок и хорошая комбинационная игра. А теперь Гаттузо с мячом. Интересно, что в мае 2015 года он был на базе ЦСКА, перенимал опыт у Леонида Слуцкого. Посмотрим, поможет ли это ему в дальнейшей тренерской карьере. Неймар. Можно навесить сейчас. Мяч выходит из игры, будет удар от ворот. Руи Кошта. Мяч у соперника. Неймар. Барселона недавно стала одним из тех клубов, который заплатил более 100 миллионов евро за игрока. Это начало конца или мы уже где-то за гранью? Это сложная постановка вопроса, Георгий, но скорее второе. Это денежная гонка, в которой не будет победителей, и рано или поздно этот абсурд на трансферном рынке приведет к плачевным последствиям. Коутиньо хорош, с этим не поспорить, но стоит ли он таких денег, не думаю. В центр штрафной мяч направлен. Выбили мяч из штрафной. Катают они мяч. Неймар с мячом на фланге. Есть куда двигаться. Можно забивать. Вратарь тут хорошо играет. Кларенс Зейдорф. Перехват. Мяч переходит к другой команде. Иньеста. Лионель Месси. Жерар Пике. Лионель Месси. Луис Суарес. Хороший пас в движение. Лионель Месси. Не смог сохранить мяч в игре в этом эпизоде. Защитник постарался. Андрей Шевченко. Это Филиппо Инзаги. Луис Суарес. Лионель Месси. Набирает обороты эта атака. Сбрасывает мяч. Хорошо, он мяч укрывает. Суарес. Будет угловой, может, с него получится выйти вперед. Подает Неймар. Играет голкипер на выходе. Прямо в руки мяч направили. Мяч у Гаттузо, оплот надежности, всегда играет на грани фола. Интересно понаблюдать за ним. Держу пари, все его лучшие качества никуда не денутся. Шевченко с мячом. Филиппо Инзаги. Мяч у Пирло.
Отправляет команды на перерыв главный судья. 45 минут финала Лиги чемпионов позади. И, надо сказать, ждем мы более бодрого футбола после перерыва. Это точно. Пока что смотрится матч не так, как ожидалось. Очень осмотрительная игра. Медленная. 22 академика с тросточками на поле. Ждем трансформации. Раздался свисток судьи, и у нас продолжается финал Лиги чемпионов. Серхио Бускетс. Месси. Бускетс. И чисто сыграно. Руи Кошта. Пирло. А теперь Гаттузо с мячом. Интересно, что в мае 2015 года он был на базе ЦСКА, перенимал опыт у Леонида Слуцкого. Посмотрим, поможет ли это ему в дальнейшей тренерской карьере. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Вот это Тер Штеген! Как он справился с этим ударом? Высочайший уровень. Луис Суарес. Можно провести контратаку. Лионель Месси. И мяч обратно идет. Теперь соперник будет с мячом. Кларенс Зейдорф. Это Андрей Шевченко. Гаттузо, один из лучших итальянских игроков в истории, а это дорогого стоит. Хорошие футболисты рождались на Апеннинском полуострове всегда. Но таких, как Гаттузо, действительно можно пересчитать по пальцам. Луис Суарес. Через одного игрока атака сейчас развивается. Луис Суарес. Вовремя они мяч перехватили. Опасная атака была. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Хороший прием мяча удался, и он смог мяч сохранить. Андрес Иньеста. Иван Ракитич. Неймар. Иван Ракитич. Ракитич. Серхио Бускетс. Барса начинает атаку. Неймар. Неймар. Чистый отбор. Пирло. Инзаги получил мяч. Идет в отбор Серхио Бускетс. Луис Суарес. Луис Суарес. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Филиппо Инзаги. Контролирует мяч Милан. Соперник пока никак не может его перехватить. Отличный отбор мяча. Накрывают его прессингом. Бускетс. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Да, это могло быть очень опасно, но обороняющаяся команда сыграла очень четко в обороне и не допустила худшего. Ну, решай же! Здорово защитник играет. Неймар. И мяч у Неймара, он идет вперед. Не получилось у них атаку развить, и мяч у соперника теперь.
Андрей Шевченко. Теперь мяч будет у соперника. Иньеста. Иван Ракитич. Барселона начинает последнюю атаку. Счет равный. Судьба матча зависит от одного точного удара. Оставляет мяч. Хорошо укрывает мяч корпусом. Отличный отбор мяча. Около 8 минут до конца основного времени. Андрей Шевченко. И правильно, иногда лучше подержать мяч и дождаться того самого верного шанса. Но что-то пошло не так, и владение они теряют. Жерар Пике. Луис Суарес. Неймар. Суарес. Серхио Бускетс. Только вот здесь, в этой зоне, Суарес может встретиться с мячом. Совершенно не доходит до него передача. За мяч они борются. Филиппо Инзаги. Кларенс Зейдорф. Это Филиппо Инзаги. Судья решил много не добавлять. Минута до конца тайма. Есть момент, чтобы вырвать победу. Навес напрашивается. Сбрасывает мяч. Можно забивать. Просто великолепное спасение. Под конец игры с равным счетом на табло такие моменты могут быть по-настоящему переломными. Блестящая игра вратаря. Обоюдные замены проводят наставники команд. В центр штрафной пошла подача. Основное время матча закончено. У нас ничья и будет дополнительное время. Дает свисток судья, и продолжается финал Лиги Чемпионов. Как минимум 30 минут еще командам играть в дополнительном времени. Хави. Луис Суарес. Месси. Мяч переходит к сопернику. Лионель Месси. Хороший момент у него был, но он его не использовал. Удар от ворот. Андрей Шевченко. Есть у него пространство сейчас. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Лионель Месси. И мяч переходит к сопернику благодаря прессингу. Бускетс. Серхио Бускетс. Неймар. Здорово мяч ходит у них. И поторопились мы. Мяч они все-таки теряют. Алессандро Неста. Ривалдо получил мяч. Андрей Шевченко. И есть вариант, куда сделать пас. Угловой тут соперник заработал. Хорошо в отборе сыграно было.
Он подает в центр штрафной. Никаких дивидендов атакующей стороне этот угловой не принес. Хорош вратарь. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Мяч все ближе подбирается к воротам соперника. А вот и не получилось у них свою атаку продолжить. Мяч потерян. Очень равная игра у нас. Первый дополнительный тайм завершен. И по-прежнему непонятно, у кого получится выйти вперед. Продолжается наш матч. Последние 15 минут остались в этом финальном матче Лиги Чемпионов. Дальше только пенальти. Если, конечно, дойдет до них дело. Гатузо – один из лучших итальянских игроков в истории. А это дорогого стоит. Хорошие футболисты рождались на Апеннинском полуострове всегда. Но таких, как Гатузо, действительно можно пересчитать по пальцам. Мяч все ближе к воротам. Очень хорошо они держат мяч. Нужно дождаться верного момента. Можно провести контратаку. Почти закончилось время у нас в матче. И это последний шанс забить сегодня. Руи Кошта. Ну и пробить надо. Оставляет мяч для навеса. И что дальше тут будет? Катают они мяч. Ходит мяч у них. Все-таки смогли они мяч перехватить. Совсем близко до ворот было. 6 минут еще играть до конца дополнительного времени. Иньеста. Мяч у Хави. Барса начинает атаку. Ну вот, стоило только заговорить мне об атаке, как они потеряли мяч. Можно подавать тут. Классная игра в отборе. И за боковой мяч будут вводить. Судья добавляет одну минуту. Каталонцы идут в очередную атаку. Это их последний шанс склонить чашу весов на свою сторону. Мяч снова у Суареса. Иньеста! Нет, 2-0 на табло больше. Это гол! О да! Самое интересное у нас начинается в Лиге Чемпионов. Давайте еще раз посмотрим на гол. Они его забили очень вовремя, потому что на ответный мяч у соперника времени уже может не хватить. И вот этот момент настал. Мы знаем лучший клуб Европы и видим этих героев, кто отдал все свои силы, чтобы стать сегодня лучшими. Победа, которая пройдет сквозь время и навсегда останется в истории клуба. И каждого из тех, кто работал на этот результат. Сейчас будет награждение, и капитаны, и другие игроки команды наконец-то смогут поднять этот кубок, к которому они так долго шли и за который сражались. Еще раз поздравим команду и игроков с
победой в Лиге чемпионов. Они этот кубок, безусловно, заслужили.